Уважаемые пчеловоды, приветствую вас на YouTube канале магазина Улей. Меня зовут Александр. Сегодня 7 октября, и мы приехали на бджолярский круг в Старый Салт. Что, пройдем? Посмотрим. Ты просто представился. Слушай, интересно, чем она интересна? Да. Ну что, вот начинается выставка. Ничего не помню. Сейчас. Да, одежда. Это, по-моему, один из лидеров производства одежды, Чипа Матюшенко. У них очень большой ассортимент, они постоянно обновляются, прислушиваются к пчеловоду. Это их тоже стенд, да, наверное? Дальше, дальше, дальше. Рамочки. Изоляторы, кормушки. Подойдем, познакомимся с владельцем канала Александром Пасечником. Александром. Здравствуйте, Александр. А можете нам привет передать? А, да, ребята, привет всем. Люди снимают на классную камеру. Спасибо. Все здесь, кто не приехал, пожалеет. Показывайте же по-честному. Там все честно показывают. Честный обзор, Ули-Ин, лучший хороший инвентарь. Спасибо. Ну, в общем, тут не только Александр Пасечник, тут, наверное, вся YouTube-тусовка. Вот смотрите, это Алексей Владимирович Медяник со своими знаменитыми альпийскими ульями. Подойдем поздороваться. Здравствуйте, можно с вами поздороваться? Здравствуйте. Я вот эту первый раз приезжаю на такую вот. Это все. Это как надо. Очень качественно сделано. Да, отлично. А можно поснимать? Или расскажите? А, вот. Там вот это можно посмотреть, а, вот, если подъеду, вы да, хотите. Смотрите. Да, ну, Уля, прям мебельное качество, да? Это деловое дерево, что ли? Или... Это... Или первый сорт так первый обработан? Сорт. Ну, как деловое? Древесина, первый сорт, камерной сушки. Вот для рамочек, смотрите, как сделано. То есть, с металлической... Гребеночка. Да, гребеночка. Можешь снять корпус? Сними. Кого? А, корпус. Да, и вот она полностью во всех корпусах. Это сделано все, да, красиво, в аккуратно. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо. Всего доброго. Это кондуктор для сборки корпусов. Для... А, для корпусов, не для рамок? Это для корпусов. А вот кондуктор для сборки рамок. Сразу 8 рамочек собираем. А вы степлером, да, собираете? Под электростеплер это держит сделано. Степлер рамку? 18-я скоба изумительно держит, идеально. А большую рамку? Большую, ну я же большие рамки. А, вы не используете, да? Я только альпийские ульи держу. Да. И не надо ни проволоки, ничего. Абсолютно, да. Здесь она не армируется проволокой. Не гвоздиком не стучать, просто чик-чик. Абсолютно. Прошелся чик-чик-чик-чик. Я делал под заказ 600 рамочек вот таких вот. Ага. Полтора часа собирал, 600 рамочек. Представьте себе. Как с пулемета. Пулемет, действительно. Ладно, да, уже спасибо мой большое. Электростеплер нагрелся. Возьмите, да, себе. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо, да, всего доброго. Всего доброго. До свидания. Это у нас... С ютуберов должен быть. Это нуклеусы шестиместные.
Ой, блин, шестирамочник. На канале, по-моему, Фабро, их там очень много видео. И еще кого-то. Да, и скоро на улице появится. Да, и на улице тоже скоро появится. И книжки можно на Булыкину. Да, и первую часть еще. Ладно, спасибо большое за так, здесь у нас медовуха и мед с орешками. Мед с орешками. Такой мед с орешками мы покупали, ага, в Турции. Да, покупали 15 евро в аэропорту, но так реально 10 долларов. Спросим. А почему баночка с орешками? 153. 153. Ну давай попробуем. Отдайте. Какую? Да, не там смесь возьми какую-то вкусненькую. А вот это то, что у меня стояло. Супер, шаленый микс? Блин, сколько это долларов, не могу посчитать. В евро, считай в евро. В евро, 5 евро. 5 евро. Ну, сравним, напишу потом под видео комментарий. Вот это. Я скажу, что это 50. Поехал. Спасибо. Попробуем потом под видео напишем комментарий, какой лучше, турецкий или украинский. Как всегда, на рынке очень много представлено товаров, то есть можно практически все приобрести для пасеки, и он даже вот поснимал какой отличный, просто красота. Произведение искусства, а не улей. Красота. Даже с окошками. Кошками. Не, я говорю, бывает не надо. А можно внутрь посмотреть? Конечно. Там, наверное, пчелы сейчас кайфуют. На балконе их нет там? Нет. Значит, ну вот. Обычно улей превратили в такую красоту, да? Пчелы на джипах. Возят на джипах, ну. Да, сруб из дерева, как бы сразу все готово. Рамки, листы, кондукторы для сбития рамы. Все равно, как ты дорогаешь, блядь. Как раз для подготовки к сезону, доски для натягивания проволоки. Полудни литые, да, собраны. Да, скручиваются. Ну, по принципу рогата улья сделано, да, только нуклеус. Только нуклеус. А выход где? А выход вот получается, вы его... Вот это вот. Это так. Кстати, товар может появиться скоро у нас. Да? Да. То есть, опять же, а вот это вот, если погнуть, все обговорить. Это все можно обговорить. Даже, это чисто вот пилотная версия. Я, честно говоря, никогда вообще курицу не собирал. Это там. Все не сели. Ну, это Серега сели, да, за чашкой чая придумали. Воплотили. Потому что там... Вот это? Ой, да что это, по-моему... А вы откуда? И вот такие вот рамочки, они прямо идут в сборе в кассету. В рамку. Все, ее вставляете, а вот эти улей, и сразу оттуда достаете уже готовое. Это вылетало и... Если поставить, вот такая красотень, если поставить рамочки... И все. И получается вот такой продукт. А ну подайте, пожалуйста, это. Или что-то есть интересное. Смотрите, просто можно, вот, допустим, такой, вот как, с таких рамок получается вот такой отличный продукт. В Турции такая штука стоила 1 килограмм, сколько? Нет, там было... сотового? Да, в рамке килограмм 50 лир. 50 лир, то есть 800 гривен, да? Это зарих. 400 гривен килограмм вот такой. Смотри, чепухи. Есть сайт у нас. Нет. Да, 400. Да. Ну да. Ну как бы... Все читают, но и в этом улей идет. Вот оно. Да, две. Я сделал любую уже. Да, какую-то вообще. Вот это же 350 гривен. Сейчас 350, да. Так, здесь. Она придет опять.
И, да. Сколько их развелось? Ничего так, кстати. Ну, качество, видишь, какая хорошая, выходливо. Смотри. А, слышите? Ну, клево. Вот такие есть штуки. Красота ломаной рамки. Мы не успели запуститься, он еще у нас, товарищ из Ютуба. Это сайт Медок. Супер препараты и пчелопродукты. Ну посмотрим, подходим к серьезным стендам. Знаменитая Дергачевская овощина. Да? Почем овощина Дергачевская? Привет. Дорога вернется. Расходы. Только вот мы вроде на Апимонде были, да? Опять торгуем. Почем розница вообще? 183. Да. Отлично. Берите пока. Надо брать сейчас, потому что... Скоро будет дорого. Будет, да? Осенью, наверное. Ой, весной гривен по 200 будет. Ну, доллар пошел в рост, как бы, если будет по 29, я думаю, то уже цена будет совсем другая. А вот ячейка, давайте посмотрим, какая ячейка. Идеальные формы, потому что вальцы сделаны с ювелирной точностью. Здесь даже есть угол, посмотрите. У нас есть видео на Апимонде, там, где немецкая овощина, вот там не видно такой ячейки, там она просто шестигранник какой-то. А здесь именно... Нет угла. Да, именно правильный угол, ну, видно она. Какая геометрия, ячейка, каждая одна в одну, ничем не отличается. Молодой человек, фотография, камера, снятие, снимание и фотографирование. Запорожье. А, разрешено. Спасибо. Спасибо. Так. Что, включите, покрутите нам, что ли? Сейчас, ну, Саня, водки выпьет, я потом. Хватит, иди, я тебе еще покажу, я пойду. А, они в шкуре. А, есть? Такая самая, только полностью. Да там было. А зачем? Она 220 и есть. 220, она есть 220. Это просто блок. Вы проверите. Саня, иди сюда. И вот смотри, я тебе за шайбу, за кран говорил. Да, да, конечно. Усовершенствуйте. Ну, короче. Без блока управления. Без блока питания. Это блок питания только на что он дается? Полуповоротное. Это пульт управления. На пульт управления? Да. Нет, блок... Вот, смотрите, блок питания вот. Я вижу. Расскажи. Да. Блок питания будет. Он сделан для того, чтобы вы могли 24 и 220. Блок питания, получается, он... Еще проварит, да? Двигатель на 220. 24. Двигатель на 24. На полностью. А чтобы было все полностью. Так он и так 220. А вы знаете, что в бытовом нельзя 220? Будет так направлять сейчас. Нельзя использовать. Вы хотите такими запасами их работе? Я проверил. Я взял олово. Взял ортофосфор, шайбу, помазал оловом, каплю. Так, пойдем посмотрим, какие еще есть. Вы не поставите контур. Здесь медогонки. Так, это четверка автоматическая. У вас же тактика, вы же музыка. А я что-то думаю. Так, это у нас четверка автомат. Вот она как работает. Это у нас 16 рамочная. Так, замечательная медогонка. Вот она так работает. Опа, и пошло, когда обращается ротор. Давай, это что-то поворачивается все синхронно. Ну, у нас очень много видео на канале про эти медогонки есть, поэтому можно посмотреть. Это рута. В них... А это рута 27, да? Да. Давай. В них варено два крана. Потому что может быть очень много меда. Да. Также она вся в пленке идет. Андрей, Власов, а нас? И вас, конечно. Вот. А вот такое можно взять? Приятного аппетита. Анатолий Николаевич, с ложкой главное сними. Ложкой большой. Где моя большая ложка? Набираешь вас, да? И говоришь, я мне так... Так, здесь медогонка в пленке.
чтобы не поцарапалась. Вот. Да, да, да. Ну это показывали. Давай я покажу. То есть пленка отдирается и все. И, и получается нержавейка. А то у нас часто этот вопрос, зачем вы мне прислали крашеную медоволку. Она не крашеная. Все тот же знакомый ассортимент. А, вот, кстати. А, ну, по-моему, показывали эту шестирамочную. Вот катовка, воскатовка на 14 рамок. Отстойник, вак, дымовик, дымпушка. Привет. Привет. Варомор, лидер продаж осени. Это да. Вот, есть разделители для рамок. Так, а ну книжечку сними. Интересно. Надо завести. Так, ну что, дальше пойдем тогда. Да, вот еще медогонки. Директор завода, да, Владимир Иванович. Директор завода. Здравствуйте, Владимир Иванович. Только с Абимонди сразу на это, да? На бал. Да. Да, вот такая есть медогоночка. Видите, на ножках. Двухрамочная. Какая у нас появилась? Вот это двушка, да, по-моему? Да. Вот это вот. Двушка неповоротная. Двухрамочная неповоротная. Да, мелких. А сетка небольших пасет, скажем так. Да. Очень компактная и удобная, она идет уже с ножками. Также вот трехрамочная, неповоротная. Ну, покрутить. Сейчас, подожди. А, я не в ту сторону крутил. Там же тормоз в одну сторону. Да. То есть в одну сторону крутим. Сейчас покажу. В одну сторону крутим. Другой тормоз. И есть у нас видео, я оставлю ссылочку, как можно сделать, чтобы крутилось в обе стороны, кому необходимо. Представлены столы. Вот стол идет с двумя корзинами. Полтораметровый. Вот корзины. Саша. Две идут ножки, вставляются и регулируются. У меня корзина не пошел. С одной корзиной. Да, меньше. Воскотопки. Так, ну что, пройдем дальше. Стенд с ворокилом. Наш, у нас тоже в магазине он продается. Что расскажете? С чего полоски, с какой... Фуалинат. Полоски 40 миллиграмм на полоски на пластике. Ага, на пластике, да, это фишка. И там уже сразу с дырочкой он, да. То есть, а чем лучше пластик, чем от... Тем, что лучше высвобождается действующее вещество. То есть, оно на протяжении всего времени высвобождается равномерно. Да, ссылочку поставим ниже под ворокилом. Очень неплохие отзывы в этом сезоне. Много брали и хорошие отзывы оставил ворокил. Так что у кого проблемы с клещом, пробуйте ворокил. Все продали, все приехали. Ага. Да. Турки. Ножи разобрали. Кстати, да, а такую штуку заметили. На Пимонде не было вообще 12-вольтовых ножей, да? Да. Только да, вот эти утюги китайские и все. Больше получается в мире. Не... Да, американские тоже 220. Ну, они же на китайские похожи. Ну, как ну, утюги да, такие. Я фото этих утюгов выложу. Вот, и получается, нигде в мире, кроме Украины, не производят 12-вольтовые ножи. Да еще по такой цене. Еще и по такой цене, еще и тоненькие, которые ну, реально срезают, они плавят, да, вощину. Ну, то есть заброс. Так что повезло украинским пчеловодам. Ладно, пойдем дальше тогда. А, пчелки. Вот такие для детей пчелки. А вот так. А я сейчас. И пчелопром вощина. Там целые лекарства. Ага, магазин медок. Да, медок. В магазине они производят отличные. Отличные препараты и курсы лечения у них отличные с продуктом пчеловодства. Связь помимо рынка есть какая-то? Да, конечно, вот телефончик с боком. А вы откуда? Харьков. Вот так, пойдем дальше, пойдем там стенд Мелиссы посмотрим.
опять-таки инвентарь, решетки, годовуха. Так, а это электропривод Бурякова здесь. Ну, смотрим, что у Мелисы. Она пролетает, там такое окошко. Это окошко... Какой-то... Почем шашлыки? Здравствуйте. А? Шашлыки почем? Ну, цены шашлыки. Да, это воскотопка, видно сразу. Ну, это для больших пасек, да? На сколько рамок? Или это не... На 24 рамки? Открыть нельзя, да? Серьезно, вы знаете, или рамки? Сейчас рамки, конечно. Запрос лежит. А сколько за раз можно? Ну, 24 рамки, а я, если так, объем не меряли? Воск. Не, ну я засыпал сейчас туда 11 или 12 килограмм запроса. Ага. А как пахнет вообще? Ну вот такая воскотопка. А так, тут понятно, а тут? А, обычная печечка, да? Печь дровяная. Аккуратненько и... И эффективно, да? Ну да. Получается, а здесь вода. Дровяная топка. Бачок с водой. Да. Заливаешь воду. Вода нагревается до температуры кипения. Переходит через эту трубочку попадает между дымовой трубой основной и кожухом наружным. За счет горячести этой трубы пар догревается. На входе сюда от 120 до 200 градусов пар, в зависимости от состояния дров. Да, круто. Спасибо. Так, здесь большие фильтра двухсекционные. Вот это табуреты. Наборы для наващивания. Ножи стамески. Торговля идет. Вот, ну, позаглядываем в медогонки. Вот, гусли Юрий Михайлович. Вот такая радиальная. Опять-таки радиальная. Обед. Давай по 50. Это уже получается платить. Знакомые ютуберы была то 100. Что, Дарья, что скажешь про выставку? Круто. Вот, ну ладно, мы будем заканчивать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если что-то еще будет дополнительное, мы добавим в следующей части.